Исключения в Java делятся на три группы. Это Error, Exception и Runtime Exception. Если нарисовать, как они наследуются друг от друга, то получится следующая картинка. Throwable, Error, Exception и Runtime Exception. Error и подклассы — это ошибки виртуальной машины. Например, Out of Memory Error означает, что виртуальной машине не хватило памяти. No Class Defined Error означает, что виртуальная машина не смогла найти какой-то из классов, на который ссылается ваша программа. Verify Error означает, что класс найден, но там что-то не так с байткодом. GVM таким образом сообщает, что ей стало плохо, хотя и не настолько, чтобы сразу умереть. Общее у этих ошибок то, что их не надо пытаться обрабатывать. Помочь виртуальной машине вы, скорее всего, уже не сможете. Exception и Runtime Exception соответствуют ошибкам уровня программы. Некорректные параметры, некорректное состояние, недопустимое действие. Ошибки такого сорта можно уже пытаться как-то обрабатывать. Разница между ними состоит в том, что Exception и его подклассы, кроме Runtime Exception, являются проверяемыми, checked. А Runtime Exception и его подклассы непроверяемыми, unchecked. Проверяемые исключения являются предметом особого контроля компилятора. Он внимательно следит за тем, чтобы такие исключения декларировались и обрабатывались. Характерный пример проверяемого исключения — EO exception — ошибка ввода-вывода. Если попытаться бросить такое исключение, как в этом примере, то код не скомпилируется. Компилятор будет требовать, чтобы либо в этом же методе был обработчик этого исключения, либо на методе было явно написано, что из него может вылетать EO exception. Написать это можно следующим образом. Если мы напишем это на методе, то аналогичная проверка будет выполнена компилятором и во всех местах вызова нашего метода. То есть либо его exception должен быть сразу обработан, либо возможность его вылета обозначена в объявлениях всех методов, вызывающих наш метод. Таким образом, компилятор обеспечивает, что в сигнатуре метода видны все проверяемые исключения, которые могут из него вылетать. Их может быть несколько, перечисленных через запятую. Непроверяемые исключения такого внимания компилятора не получают. Их можно свободно бросать из любой точки программы, не декларируя. Примеры непроверяемых исключений — это null pointer exception, array index out of bounds exception и arithmetic exception, вылетающий при делении на ноль. Такие ошибки могут случиться в любой точке программы, и было бы крайне неудобно, если бы компилятор требовал их везде явно декларировать или обрабатывать.